Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Понедельник в Самарской области малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 30, плюс 32, ночью 22-24 градуса выше 0. Юго-западный, южный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, осадки в виде дождя. Днем плюс 31, ночью 24 выше 0. Юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти облака и небольшой дождь. Днем плюс 31 градус, ночью 24 выше 0. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, возможен дождь. Днем плюс 31 градус, ночью плюс 21. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 33%. Температура воды в реке Волга 25 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.